Ближайшие несколько лет станут рекордными по благоустройству в Новосибирской области. Если в прошлом году отремонтировали 185 дворовых и общественных пространств и территорий, то в планах на текущий сезон 412 объектов. Общий объем финансирования около 2 миллиардов 200 миллионов рублей. В том числе больше миллиарда из областного бюджета. Дополнительные средства удается привлекать благодаря участию региона во всех федеральных программах. Сейчас работы в самом разгаре, а на 12 общественных пространствах и 9 придомовых территориях в довольном Кыштовке, Колыване, Аби, Новосибирске уже завершены. Я попрошу все-таки объективно оценить ситуацию. Если видим, что объем работ, запланированных по благоустройству, уже превышает возможности подрядных организаций, строительного комплекса или муниципальные заказчики уже не в состоянии такое количество объектов отслеживать и сопровождать, мы давайте честно признаем, отметим и лучше скорректируем наши планы, ну, например, дополнительные финансы с направления благоустройства перенаправим на решение каких-то других задач, там, ремонт дорог, тротуаров или какие-то другие актуальные сегодня для муниципалитетов задачи.